Я думаю, это уже нет особого смысла напоминать, но я на всякий случай проговорю, что наши официальные лица Хуснуллин и Файзуллин, это вице-премьер по строительству и министр строительства и ЖКХ, перед Путиным отчитались, что Новороссия готова вообще к зиме. Ну, слушай, что касается именно территории Донецкой Народной Республики, там как бы это заметно, эту работу. Но вот в Луганской Республике это просто горе ужасное. А работы местных властей вообще незаметны, и мне люди прям, ну, действительно жалуются, что местная власть не работает. И вот... Ты, наверное, где-то в других местах была. Не мог. Хуснуллин и Файзуллин не могли врать, это просто... Ну да, я все выдумал. Глупо так про это говорить. Опять эта тупая девчонка все выдумала. Auch in diesem Video übersetze ich ein Gespräch der Russen, und zwar von Mariana Naumova und Pavel Ivanov. Wie sie erzählt, wie die Zivilisten in dem vom Russland besetzten und teils zerstörten Gebiet durch den Winter kamen. Denn auch von ihr erfährt man relativ offen, wie wenig der russische Staat sich um seine neue Bevölkerung und Gebiete kümmert und wie viel von den Freiwilligen dort eigentlich abhängt. Aber zuerst eine kleine Profilbeschreibung, wer diese Frau überhaupt ist und warum es sich hier nicht um ukrainische Propaganda handelt. In Russland kennt man Mariana Naumova als eine der jüngsten Sportlerinnen und Gewichtsheberinnen. Damals berichtete das russische staatliche Fernsehen über sie und heute berichtet sie für das erste russische Staatsfernsehen als eine von Russlands Kriegskorrespondenten. Dazu ist sie auch noch gut mit diversen bekannten Leuten vernetzt, die in diesem Krieg auf russischer Seite wichtige Rollen spielen. Unter anderem Denis Puschilin, dem Anführer der Donetsker Volksrepublik, und auch mit Jewgeni Prigozhin, dem Chef der Söldnergruppe Wagner, der Russlands Kriminellen aus den Gefängnissen in die Ukraine schickt. Und auch einige mehr, die ich am Ende dieses Videos zeigen werde. Die Art von Informationen, die sie liefert, bekommt man kaum bis gar nicht in der selektiven Auswahl der russischen staatlichen Medien oder von anderen schmierigen Kreml-Bloggern und Journalisten, deren Aufgabe es ist, immer nur ein positives Bild vom russischen Staat zu verbreiten, der sich um seine neue Bevölkerung kümmern würde. Was dem in Wahrheit nicht wirklich so ist. Also erfahrt mehr darüber, wie es heute den Leuten geht, die vor dem russischen Überfall noch völlig normal leben konnten und deren Leben noch lange nicht so sein wird wie früher, wegen der extremen Zerstörung und anhaltenden Kämpfen. Друзья, видите, как комплексно получается с Марьяной пообщаться. Что называется, обсудили ситуацию по спецоперации. Марьяна, гуманитарные вопросы. Зима. Как освобожденные территории Северодонецк, где ты успела побывать за последнее время? Как там с зимой ситуация? Есть ли обогрев, хотя бы какие-то там шатры и так далее? Слава богу, зима вроде бы не самая жесткая выдалась. Это на территорию... В общем, хорошо. Ситуация такая. Были мы в Мариуполе. Я там познакомилась с ребятами-волонтерами, которые делают печки-буржуйки. И мне на тот момент казалось, что ситуация не такая критичная. Ребята, конечно, молодцы, организовали там производство, делают эти печки и развозят людям, бесплатно устанавливают их. И когда я увидела количество заявок на эти печки, я, честно, была поражена, потому что мне казалось, что в целом Мариуполь уже очень активно отстраивается, но, конечно, учитывая те масштабы там разрушений, конечно, есть дома, где тепла нет, и это основная проблема, потому что в целом электричество есть, вода есть, да, даже чего нет в Донецке, но вот с теплом проблемы колоссальные. И, в общем, мы поездили с волонтерами по улицам, по домам, там мы устанавливали печки. За день что-то они установили печек 5, но это просто потому, что мы делали все медленно, снимали. А так у них там штук 7 в день минимум этих печек. И вот мы заехали в какие-то сталинские такие дома, и там прям, знаешь, я увидела надписи «Мы замерзаем» мелом на стене. И меня прям, я думаю, ну, может быть, это старые надписи, да, там еще с тех времен, когда вот после освобождения. Мы, давай заходить в эти дома. Там в подвале живет женщина. На других этажах тоже живут люди, лежачие. У них вот пробита крыша, нет окон, вот это ветер, все это гуляет, все это холодно. Там плесень просто вот такого слоя поросла. И меня прям поразило, что эти люди там живут, и вот одним установили буржуйку, другие там отапливаются электричеством, в плане вот эти всякие обогреватели, да. Но людей очень жалко, и таких домов достаточно много. И вот я прям терроризировала всех, от кого это зависит, говорю, помогите людям.
перекройте им хотя бы крышу. Потому что, да, предлагаются варианты общежития, но просто старикам действительно очень сложно объяснить, что вот, подождите, поживите в общежитии, потом там построят, например, этот дом, либо его как-то восстановят. Но вот им очень сложно вынести все из дома, все свое нажитое, потому что в общежитии, ну, там можно взять две коробки. Поэтому ситуация сложная, и таких домов много в Мариуполе. Даже в Мариуполе, который отстраивается. Ну, то есть, в принципе, люди-то в шоке, тем более престарелые. Да. Eine kleine Information an dieser Stelle, und zwar wie viele Wohnhäuser dort eigentlich nach deren eigenen Angaben zerstört wurden. Und zwar mehrstöckige Wohnhäuser. Und zwar handelt es sich dabei alleine um 620 mehrstöckige Wohnhäuser, die komplett unbewohnbar sind und abgerissen werden müssten. Das sind die offiziellen Zahlen. Und das sind noch nicht mal die Wohnhäuser, wo lediglich die Fenster, Türen und Dächer abgerissen wurden oder rausgerissen. Ebenso nach deren eigenen Nachrichten haben sie in einem halben Jahr etwa 22 Stück davon neu errichtet. Das heißt, bei über 620 Wohnhäusern, die neu errichtet werden müssen, brauchen die nach Adams Riese 15 Jahre, bis sie damit fertig sind. Wenn dann nicht vorher dem russischen Staat das Geld ausgeht. Und mit der Zerstörung und Eroberung ist er ja auch noch nicht fertig. Да, и были мы еще в Северодонецке, Лисичанске, в Кременной, там ситуация какая? Там в целом во многих домах, ну вот что касается Кременной, а это вообще линия фронта, там одни военные, считай, потому что там прилетает постоянно. Мы вот когда туда ездили к Барсам на 13, проезжали мимо Кременной, и буквально перед нами был прилет, погибла женщина, ну, то есть там прям линия фронта, там очень опасно. Но при этом там работают магазины, аптеки, вода есть, электричество. И вот люди собственноручно делают вот эти обогреватели, либо же покупают их. И как бы в целом им можно отопиться, обогреться, но, во-первых, это деньги. И, во-вторых, очень всех волнует вопрос, как это все потом будет оплачиваться. Потому что, насколько я знаю, их очень беспокоит вопрос, потому что им сказали, что вот это все электричество им нужно будет оплатить. И как бы тут ситуация, ну, еще более становится странной, потому что ты из-за того, что вот сложилась такая ситуация, тебе приходится, там, отопления нет, ты включаешь обогреватель, деньги капают, у тебя там окна выбиты, забиты, там, ДСП, а тебе еще платить. А как бы пенсии, там, выплаты, все это такое очень условное. Вот. Это просто позор. Вот, это вот уже вот. 2 месяца зимы прошло. Да, да. В общем, и люди думают, что нельзя обогреваться, потому что... Ну, они, конечно, обогреваются, там по-другому никак. Там морозы лютые, там даже в одеялах, даже вот я когда в землянке спала и топила печку-буржуйку, и спала в этом мешке спальном, мне было холодно. Не говоря о том, что вот в доме это все ветер дует, там у кого-то пленка забита, у кого-то там какие-то вообще стены уже отходят, и, ну... Так или иначе, тебе приходится этот обогреватель использовать, эту пушку там тепловую. Но вот проблема такая, очень актуальная, конечно, с теплом. Но я видела, что в Мариуполе делают вот эти пункты обогрева. В целом, конечно, штука неплохая, учитывая, что, конечно, контингент этих людей, ну, в основном, там, маргиналы, да, ну, давайте будем откровенно, у которых вообще как-то нет возможности где-то либо проживать. Вот, но даже для них, как бы, это, мне кажется, хорошая тема. Потому что я когда была, ну, я вот не в пунктах обогрева Хридовки, там просто какие-то частные были пункты обогрева, там в целом и покормить могут, и какие-то зарядки дают, и первую помощь оказать. В общем, штука хорошая. Ну, просто, например, Северодонецкий там или Сичанский Кременной, это просто, скорее всего, сделать невозможно, потому что там летает как бы постоянно. И поэтому вот люди на свои деньги покупают эти обогреватели и прям переживают о том, что им надо будет за это заплатить. Хотя... Слушай, история про то, что там у них просто написано «мы замерзаем», ты много такого видела или это редкость? Именно на домах вот увидела в первый раз. Может быть, я не обращала внимания или думала, что это надписи старые. Но вот человек, там Алексей, вот этот волонтер, который занимается этим проектом, ну, я тебе говорю, у них очень много заявок, прям, ну, там, сотни. То есть людей этих много, они есть, но вот кто-то о них забыл, кто-то о них не знает, либо не обращает на это внимания. Очень жаль, конечно. Ну, хорошо, что есть такие волонтеры, которые обращают на это внимание, ищут этих людей. То есть они не просто, знаешь, там, открывают заявку в интернете и такие, вот, здесь нужно помочь. А вот Алексей прям ездит такой,
Так, здесь, типа, я видел эту надпись. Потом спрашивают там вечером, чем обогреваетесь? Если у кого-то свет горит. И вот так вот ищут и находят. So, wer von Mariana gerade einen freundlichen Eindruck hatte, der sollte diesen besser gleich wieder ablegen. Denn zum einen war sie bei Anton Krasowski in der Sendung, der noch im Oktober 2022 dazu aufgerufen hat, ukrainische Kinder in reißende Flüsse zu werfen oder in Häusern einzusperren, um sie da drin zu verbrennen. Nicht der einzige scheinbare Ausreißer seinerseits. Und ja, nach einer anfänglichen scheinbaren Entlassung von Krasowski ist er in Russland seit 2023 wieder auf Sendung. Waren schließlich ja keine russischen Kinder, zu deren Mord er aufgerufen hat. Als nächstes verkehrt sie ebenso noch mit russischen Faschos und Nazis wie Wladimir Tatarski, der sich sicher nicht nur einmal so wie hier äußerte. Немец, который будет смотреть Бучу, которая заливает кровью экран, да. Он сразу, генетическая память его, нет, жилась. Немец будет смотреть только если у него будет электричество. Нет, ну это что-то он будет смотреть, да? Теперь смотри. И он будет вспоминать рассказы бабушки, дедушки, да? Нам нужно дополнить роль. Скажем, да, мы такие, ребят. Бойтесь нас. Бойтесь нас, ребят. Вы хотите нас такими видеть? Мы вам еще больше покажем. Oder auch so bei der russischen Unterzeichnungszeremonie zur Annexion von Donetsk, Lugansk, Cherson und Saporoschia. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Und am besten finde ich ihren Freund Alexei Michalkov, der einmal direkt sagte, dass er ein Nazi sei. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там патриот, имперское направление и так далее. Я прямо говорю, я нацист. Ja, so sieht halt die russische Welt der Entnazifizierer aus.